Всем привет! Мы идем ко мне в третий цех. Сейчас посмотрим, как работает лазерная резка, покрасочная камера, гибочное оборудование, ну и еще что-нибудь может быть интересное. Вот мы уже приближаемся. Слышатся звуки лазерной резки. Вот как я кайфую от этого. Это очень классно. Идем дальше, сейчас посмотрим, как работает контактная сварка или гибочное оборудование. Посмотрим. Идем дальше смотреть покрасочную камеру, как определяют ребята краску, как красим мы наши изделия. И вот итог нашего изделия, это люки-невидимки под плитку. Это одно из наших направлений. Легким движением руки мы нажимаем, все это открывается, и вот такой вот у нас получается люк. И вот так вот мы храним наши листы. Чтобы было удобно их вытаскивать, чтобы не все в пачке лежало, так как у нас достаточно большой ассортимент продукции, разные толщины, нам нужен такой удобный стеллаж. Мы сейчас находимся на этапе сварки. Сейчас посмотрим, как мы варим. Все, мы варим аргонодуговой сварки. У нас очень крутые, классные аппараты и очень классные специалисты, которые профессионально и грамотно выполняют свою работу. Вы сейчас можете в этом сами убедиться. Сейчас мы пойдем посмотрим, как мы режем наш алюминий, это пилы, но это тоже интересно. Вот также образцы нашей готовой продукции лежат, ждут своих клиентов. Итак, за мной находится часть нашего склада, здесь мы храним наш профиль. Профиль весь вынесен за пределы производства, дабы не захламлять производство. Это мы взяли из системы бережливого производства. Все по принципу DAO Toyota. За мной находятся все профиля, они нами запатентованы, все они разные. У нас в работе используется порядка 30 различных профилей. Мы на них имеем патенты, именно на профиля, на сами конструкции. Все нами разработано, нашими инженерами. Мы четко следим за качеством выпускаемой продукции. Для нас очень важна геометрия, потому что это сказывается на конечном изделии. Собственно, здесь находится вся наша фурнитура, все наши болты, гаечки, винтики, саморезики. Все разложено аккуратно по ящичкам. Здесь мы находимся уже практически 8 лет, даже не практически, а 8 лет. С 2007 года находимся мы на территории этого завода. Завод находится в Москве, шоссе энтузиастов. Раньше здесь работало практически 7 тысяч человек. На данный момент осталось только 1000 рабочих, но при этом наши площади за это время существенно увеличили. Начинали мы с маленького цеха 140 квадратных метров. На данный момент наша площадь больше 1000 квадратных метров.